Ну, короче, попробуем, делаем обзорчик. Все вроде бы работает. Сейчас посмотрим, как что. Машину не завожу, просто запускаю. И у меня сразу там на том экране этот мироринг работает. Переключается вот этой кнопкой с родной экран и экрана CarPlay. Зажал, переключился на родной. То есть иногда запускается на родном, иногда на том запускается. Ну, может, не знаю, в зависимости на каком закончил. Сразу говорю, что поубирал с памяти родного Bluetooth эти телефоны, которые были зафиксированы по Bluetooth, потому что иногда Bluetooth, если включен, автоматом телефон подключается к родному Bluetooth, и звук идет через Bluetooth. А в CarPlay звук идет через AUX, вот. И получается, что там показывают CarPlay, а звука нет, звук идет просто музыка по Bluetooth. Вот, поэтому с памяти Acura поубирал все телефоны, которые были связаны по Bluetooth, теперь только по CarPlay. Вот, в общем, зажимаем, переключается вот эта вот ерундень, да? Дальше. Как этот мироринг теперь убрать? Управляется все вот этим вот кругляшком. Вышли с мироринга. В общем, вот это вот изначальное главное меню. Здесь у нас несколько функций. Вот первое, это что-то вроде плеера, видеоплеера, музыкального плеера. Потом идет CarPlay, Huawei какая-то херня. Наверное, для телефонов Huawei. И мироринг. Все попробовал, все работает. Начнем с вот этого вот плеера. Подключил в бардачке, там этот провод идет USB. Подключил. Там у меня флешка с мультфильмами. Здесь вот есть, прокручиваю, есть вот эта вот кнопка, типа, этой пленки. Зажимаю, появляется видеоплеер, и сразу запускается мультфильм, да, с этого, с флешки. Работает четко, в принципе, разрешение неплохое, насколько позволяет, видимо, наш экран. Вроде все классно. Единственное, что попробовал вот этот задний DVD, туда видеосигнал не идет, да, но, возможно, в будущем как-то можно это все провести на задний экран, как бы детям, чтобы можно было наконец-то мультики там запускать. Открыть файлы во флешке, посмотреть список файлов, у меня не... А, вот, открывается, да, вот это, справа нажимаем папочку, и открывается список файлов, то есть вот все богатыри, эти мультфильмы все, которые на флешке, все работают, все супер, то есть, в принципе, если там куда-то в дорогу, можно накачать фильмов или еще что-то, роликов там с Ютуба и смотреть. Дальше, сразу покажу вот этот мироринг. Мироринг, то же самое, я на телефоне зашел, типа, показать экран, сейчас попробую. Не знаю, будет записывать. Вот, запись еще идет, хорошо. Короче, я нажал подключить экран, и вот все, что у меня на телефоне, теперь будет показывать на том экране. Короче, отключил мироринг, заходим в CarPlay. Ну, вообще, короче, когда машину заводишь, оно автоматом подключается. Сейчас выключим. Оно автоматом подключается к телефону. В общем, подключился CarPlay. Бывает, если типа отключаешь, оно сильно его, и потом уже на заведенной машине, но надо заходить в настройки телефона, переподключать CarPlay. А если автоматом вышло, но было подключено, то когда заводишь, оно и подключается автоматически и запускается. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Сейчас выключу этот свет, отсвечивает. Вот, регулируется крутилочкой. Здесь вот, значит, сразу запустились эти Waze. Микрофон работает, есть музыка, аудио воспроизводится. Запускаю аудио, отключается камера, съемка, поэтому работает звук нормально, нигде ничего не репит, не трещит, не фонит. Где-то читал комментарий там, что у кого-то фонило было, типа как FM на заднем фоне. Нет, ничего нету. Здесь сразу же можно делать шафл и так далее. Ну, в общем, какие-то еще добавить медиатеку и так далее. Но все, что, в общем, на вас на телефоне, это, да, музыка, iTunes или кто-то. Короче, можно звонить, все как по обычному CarPlay, все работает. Показывает, есть такое вот менюшка, то есть там какой-то поиск, музыка. Дальше тут идут приложения. Все, что, в принципе, надо, музыка и навигация. Ютуба нету почему-то, мне казалось, что должен быть Ютуб, но Ютуба нету, Ютуб, в принципе, можно через мироринг запускать. Управляется песни, переключаются на руле. Громкость переключается на руле, никакой функционал не пропал. То есть, если кто-то звонит, кнопка сбрасывания или подъема все так же работает, несмотря на то, что если зажать вот эту кнопку, оно переключается между экранами. Но и функционал кнопки тоже остался. Привет, Siri. Ну, сейчас, наверное, во время записи не работает. Siri работает, микрофон в первый день почему-то не работал, на второй день заработал, все работает. Адреса все находят и так далее. Вот. Качество экрана очень красивое. Иногда днем, когда очень ярко, оно автоматически регулирует яркость. То есть, если днем ярко, у тебя датчик света сработал, экран тоже становится ярким. Когда сильно большая яркость, немножко бледновато. То есть, оно не хватает контраста, мне кажется. А когда чуть убрать яркость, там, если поменять этот свет, то становятся яркие цвета и все красивенько. Так, здесь вот нажимаем несколько вариантов. То есть, такое меню. Меню с этими... Можно открыть полностью чисто навигацию, и будет навигация.
В принципе, я всем доволен. Пока что минусов не нашел. Ну, лучше, чем было. По крайней мере, стало похоже на современное авто. Без то два экрана и все малофункциональные. Пока что ничего минусов не нашел. Никаких, вот, даже здесь возле крутилки бэк тоже работает, да, в какое-то приложение зашел. Нажимаешь бэк, оно там тоже реагирует, переключается. Все так же, все тоже. Захотел на другой экран, зажал кнопочку. Перешло на другой экран и дальше пользуешься, как и было. Зажал, переключилось на CarPlay. В общем, за те деньги, там, сколько оно там стоит, день 400 баксов, как по мне, это идеальный вариант переделать, чем платить, там, сколько это перепрошивают, переделывают на сервисах по 800, 600 или там 900 баксов. Ну, их нафиг за такие деньги. Вот, всем здоровья, пока. Ё-моё, короче, я уже все закончил, и тут вышло главное меню, и оказывается, прокручиваешь, вот еще дальше какие-то функции. Типа Bluetooth, просто непонятно зачем. Это тот же видеоплеер отдельно, который мы наблюдали. Камера. О, там типа провода есть, походу, под подключение отдельно камеры. И настройки. Наверное, где-то должно уже быть, типа, язык выбрать. Потому что так пока что на китайском ничего. А, во. English. О, есть. Языки. Общий. Автоматический запуск приложения. Объем. Объем навигации, настройки автомобиля, камера, заводская камера, aftermarket камера, 360, радар, траектория, обратный режим, передняя камера, кнопка речи, правая камера, левая камера. Все работает. Короче, какая-то микрофон. ОМ-микрофон, типа родной. Есть еще типа не родной микрофон. Типа, наверное, можно куда-то вывести дисплей. Звук, оригинал, какой-то свой эквалайзер. Язык мы поменяли, система, заводской режим, сброс настроек. Почему-то нет возможности типа обновить, да? Ну, можно будет спросить у продавца, может быть, как-то можно обновлять заводской режим. А, настройки, сенсорная калибровка, эхоподавление, расширенные настройки. Ага, там просит пароль. Перезагрузка. Перезагрузка, настройки телефонной связи. Huawei, Android, Auto, Use Touch. Вот. Наверное, надо расширенные настройки там. Пароль спросить у продавца или где-то. И тогда можно будет обновить. В общем, мне кажется, должно быть обновление версии там и все прочее.